первая схватка проигрывала с большим счетом, в концовке положила. Вторая схватка опять же проигрывает, выиграла. На третью схватку просим уже, ну начни ты так, чтобы проигрыша какого-то в баллах не было. Объяснили, какой прием делай. И тут же начало схватки, и она отдает этот же прием. Обидно. Я считаю, что она хорошо отборолась. У нее две схватки были сложнейшие, в которых она проигрывала, но потом выиграла. А вот с кореянкой ей не хватило скоростных качеств. Наша беда на данном этапе – это мы не очень хорошо еще боремся со спортсменками-азиатками. Ну, так получилось. Девочка молодая, на правильном пути, еще очень много ошибок. Надо поработать над ней. Я думаю, задел хороший. Очень тяжело. Особенно как бы и даешь установку на определенные тактические задачи на схватку. И тут же они ломаются, ну, не знаю, с выходом на ковер. Или когда, в какой момент это происходит, тяжело понять.